won't take blame, even when you are blowing up. Привет, а точнее доброе утро. Угадайте, кто это? Да-да, это мой котенок. Так вот, сейчас она немножко угомонится, и я сниму заново. Я испугалась. Привет, я вышла на балкон, чтобы Мила не мешала, но мне кажется, сейчас все равно какие-то звуки будут. Так, время 9 часов, я просыпаюсь. Далее, как все нормальные люди, я заправляю свою кровать. Далее я отправляюсь в ванную, чищу зубы и умываюсь. Позже я обрабатываю лицо салициловой кислотой, чтобы убрать мелкие покраснения и прыщики. Далее у меня идет бальзам для губ. Он очень хороший, если увидите, то сразу же покупайте. Я пальчиком и легким движением наношу его на свои губы. Далее я достаю молоко и мюсли. Также я выпью вот такой вот вкусный йогурт. Он у нас с черникой и малиной от Чуда. Мне кажется, он очень вкусный, потому что я пробовала такой же, только киви плюс клубника. Как я и говорила, видео получилось максимально коротким. Мила, что ты делаешь? Зачем ты залезла на мой стол? Короче, всем пока, я вас очень сильно люблю.